Всем привет, с вами Шмыгов на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру The Great Perhaps, да. Про одинокого космонавта, который попал... Ну, то есть он может и в будущее, и в прошлое. Мы здесь с вами запнулись вот на этом моменте. Вот. Как я понял, проблема в чем? Объясняю. Проблема вот в чем. Значит, мы берем лейку. Нет, мы берем лейку. Мы берем лейку, я сказал. Бери, пожалуйста. Ага, молодец. Мы ставим лейку на стол. Это обязательно или нет, я не знаю, на самом деле. Вот мы ее поставили на стол. Мы должны взять красный. Красный ингредиент. Положить его в лейку. Дальше. Так как фонарь у нас не так отображает цвет черного, на самом деле, этот профессор, он носит, как бы нам кажется, черную тему. А по факту не черную, на самом деле. Потому что, короче, фонарь, он преломляет как бы цвет. Вот. И поэтому, соответственно... Так как он преломляет цвет. Там не черная, а там серая. А серая, короче, в этом цвете, это типа зеленая. Вот в чем весь прикол. На самом деле, по поводу того, что можно ли менять комбинацию в разных последовательностях, я не знаю. Может быть и можно. Но... давайте проверим так. Будет ли так работать. И цветок нужно полить два раза. Я тоже понял. Если сейчас не сработает, значит не сработает. Мы еще раз попробуем, значит, полить этот цветок. Вот так. А, нет. Карл попил. Мы можем скинуть это и взять ключ. Открыть. И, собственно говоря, попасть на следующий уровень. Вот. Ну что, L9? Куда дальше? Нужно покинуть территорию зоопарка. Собственно говоря, покидаем... подожди, давай, да, вот через это-то можем. Тихо. Батончик. Тихо, тихо, птичка. Некоторые племена Африки умело седлают страусов и используют их в быту. А еще страус в состоянии убить льва. Спасибо, Википедия, но это не особо помогает. Просто будьте осторожнее, когда попытаетесь его оседлать. Что? Оседлать? Вообще, это неплохая идея. Угу. Надо оседлать этого коня. Кидаем ему эту хрень. О, да, нормас. Так, и мы опять в прошлом. Так, давай тогда. Здесь у нас нельзя. Вот здесь сюда можно. Что здесь у нас? Значит, в прошлом у нас здесь слоненок. Здесь у нас что? Здесь у нас комнатка. Понятная. Здесь у нас охранник. Подожди, там же ключ висит. А почему не висит? А, вот так надо сделать. Ключ. Ключ, уходим из комнатки. Дальше что? Так. Ключ, наверное, там дальше понадобится, да? Так, тут ямку. Ой, ёб твою мать! Это конец. Бесяче, как получилось, да? Так, значит, у нас есть ключ, наверное, от той двери, наверное, да? Так, ключ у нас от той двери. А, да, вот так делаем. Открываем. Открываем. Убираем. Входим, может, от этой двери? Нет, не открывается. Вниз. Так, давай тогда со слонихой что-нибудь решим. Ха!
знаешь? А, нет. Подожди. Сейчас тогда. Может, слониха что-нибудь расскажет? Подожди. Там был какой-то этот, да, младенец, типа. Может быть. Не советую приближаться к слонихе. У нее учащенное сердцебиение. Как же мне пройти мимо этой слонихи? Так, давай тогда попробуем сюда зайти, в этот, мелкому. Не-не-не, не сюда. Да не сюда, я сказал. Похоже, дверь повреждена. Нужен ключ. А, все, понял. Охотник, ой, охотник. Как его зовут? Директор зоопарка, он... рыхнет. Она... О, малыш, ты, наверное, хочешь к маме. Вот чего она такая злая. Так, он ушел, хорошо. Теперь мы идем туда, к слонихе, правильно? Ага. Все, отлично. Это было легко или нет? Скоро тут будет океанариум. Так. Это что еще такое? Даже я не знаю, что это такое. Большой осьминог, да? Кракен, ёпти. Опа! Он меня еще и херачит, слышишь? Опа, собака какая. Да сколько можно? А, медведь, ёп твою мать. Медведь, наверное, больной, да? А что надо делать? А я могу уйти куда-то? Так. Здесь осьминог, что надо делать? Эту коробку можно разбить? А, вон он разбил, там медведь. Все, понял. А почему он не может разбить коробку? Это что еще такое? Даже я не знаю. Да, подожди. Это такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Нет. А как сделал так, чтобы он сюда разбил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорош. Не знаю, как это работает, короче, но, видимо, как это работает. Считать надо, что ли? Да сколько можно? Так, вот так надо сделать. На-на. Зоопарки. Уху. Это нелогично. Неудивительно, что все животные здесь такие агрессивные. Так, все, я вышел из зоопарка, отлично. Что? Извиняюсь. Дальше-то у нас. Так, люди какие-то, да? Машинки, люди 2П. Что за 2П? В смысле? Как странно. А? Я могу видеть надпись в свете фонаря, но ее нет ни в одном времени. Кто мог оставить такую подсказку? Интересно, что еще может быть спрятано таким образом? А, подожди, мы можем куда-нибудь зайти сюда? В аптеку и в книги мы не можем зайти. Так, теперь дальше идем. Городская мэрия. Городскую мэрию тоже не можем зайти. Анализ местности показал, что под землей есть система тоннелей, которая ведет прямиком к военному научному центру. Никуда не могу пока зайти. Опа, могу. Церковь. Кажется, там что-то есть. Интересно, смогу... А, вон, смотри, ключ. Ключ. А, ключ. До ключа могу допрыгнуть. Так. Стой. Я понял. Все, вижу, вижу, вижу. Светится эта хрень. Можно, значит, подвинуть. И все? Серьезно? Так, Ключарский. А зачем мне Ключарский? Может, тебе не надо Ключарский, слышь? Протелло. Нет, он просто молится. Так, ладно, уходим.
Так, 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 тут обычные люди. Кинотеатр. Нужно как-то попасть в этот институт. За этой дверью. Ага. О. А, еще один ключ. А, ну все правильно, он мне дал. Он мне дал подсказку, там два ключа. Соответственно, два ключа, нужно найти два ключа. Синематики, может. О, лампуля. Лампуля есть. Так, а в этом времени ничего нету, да? А зачем мне лампули? А зачем мне лампули? Так, непонятно, зачем мне лампа. Нет, не сюда. Ну там мы потому что были уже. Пекарня. Пекарня. Стой, там что-то... Да, его подбери. Там что-то светилось, нет? Не, мне показалось. Что надо? О! Ключом к пониманию этой картины является барабан. Художник как бы вбивает нам в голову, что привычные нравы уже в прошлом. А зачем мне лампа, подожди? Мне нужно в другое время, во-первых. Так вот, да. Сейчас мы ключ тогда вставим. А зачем мне лампа, я не понимаю. Если лампа, значит, наверное, для чего-то нужна. Кина не будет. Да, на... Так. Теперь нужно восстановить напряжение в замке. А, нужен новый проводник. Ой, извиняюсь, я понял. Выйди. А, вот для чего... В смысле? А че... А чё мой персонаж плывет? Чё за глюк? Ну ладно. А, то есть, а так быстрее он плывет, понял. Анимация исчезла немножко, и... Ну, ничего страшного. А, значит, мы сейчас берем лампочку и, собственно... Да слышь, тетка, отстань от меня, чё-то такая хмурая. О, сеньор, вы интересуетесь современным искусством? Это какой-то перформанс? Да, перформанс, ага. Конца света, ёптель. Перформанс. Почему анимация-то исчезла, я не понимаю. Анимация-то где? Вернись. Пс-пс, пожалуйста. Так, и теперь у нас задачка какая? Задачка-то, собственно говоря, простая. На... А, подожди, а как крутить-то? Я забыл. Не, подожди, а как крутить? Я забыл, а какую кнопку нужно? А, F, все, понял. Так, F. Да, F. F. Да нет, 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 все правильно. Так. Нет, не так, подожди. Очень необычный замок. Нет, все обычно. Так. 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 Все. Вот так. Наконец-то. Пойдем в туннели. Так, мы теперь в туннелях, да, в каких-то? Непонятные туннели. Так, уходим сюда, берем кружку. Ну, в смысле, не кружку, а... Так, если мы, короче, берем одну что... Ага, если мы... А, вот сюда. Здесь есть лифт. Мне точно нужно туда спускаться? Кратчайший путь до научного центра лежит именно через это подземное сооружение. Ну, как скажешь. Короче, да. Если мы подбираем что-то в том времени, то мы возвращаемся в другое и вставляем его вот в это время. То есть, в принципе, все логично. Здесь же целый подземный город. Подземный город. Опа, ничего себе. Пути назад теперь нет, поверить не могу. Значит, люди после катастрофы смогли создать нечто подобное. Может, здесь и выжившие есть? Нет, не обнаружено ни одной формы жизни. Во всем городе? Да. Спасибо, Элмейн. Ты мастер воодушевления. Ну вот так вот, о, прикинь. Я подумала, что вы попросили провести анализ. Хотите, я спою вам воодушевляющие песни? Нет, спасибо. Анализ показал нестабильность естественного купола города. Возможно, обрушение.
Нужно успеть отсюда выбраться, пока весь город не обрушился. Опа, у нас уже на время пошло. А, стоп! Смотри, там есть тележка, она горит. Подожди, может я в тележку смогу сгрузить это говно? А, подожди, а что здесь? А, здесь ничего нет, убери. А сюда тоже могу, да? А что здесь? Здесь за говно? Здесь, сюда надо что-то положить, типа, да? Так, а тележку я могу юзать все время, постоянно или нет? А, да, смотри. Подожди. Ой, твою мать! Это конец. Это конец, это не конец. Сейчас все сделаем, по красоте. Пути назад теперь нет, поверить не могу. Значит, люди после катастрофы смогли создать нечто подобное. Может, здесь и выжившие есть? Нет, не обнаружено ни одной формы жизни. Во всем городе? Да. Спасибо, Элнайн. Ты мастер воодушевления. А как они построили подумала, город? Что вы попросили а, ну правильно, да. Да, согласен. Хотите, я спою понял. Вам воодушевляющие песни? Воодушевляющие песни это какие? Показал нестабильность естественного купола города. Возможно, обрушение. Нужно успеть отсюда выбраться, пока весь город не обрушился. А, и сюда могу попасть. А здесь что? А, все, понял, ага. Это я там перекину эту херобору, короче. Так, а здесь что у нас? Медкабинет есть. Так. Аккумулятор. Аккумулятор можно, может быть, положить туда нужно, да? Это что такое? Нужно управлять. Нужно ее только починить. За этим завалом... Все, понял. С помощью этой машины можно попробовать разобрать завал. Короче, смотрите, я так понял, что кап... Ай! Камушки, короче, падают. И в эти камушки падает этот снаряд. Правильно? Да, правильно. Ага, хорош. Я хорош, хорош. А, мне нужна телега. Твою мать, я должен успеть. Хорош, я успел. Иди нахер. Еще разок, да ладно. Не-не-не-не, наверх. Берем эту птичку. Правильно? Это недостающая рука для машины. С его помощью можно будет разбить камни. Не-не-не, а, ты только с одной стороны ее можешь таскать, понял? В смысле? Нет. А я думал, в смысле? Я думал, камни только вниз бьют, а не... Ну ладно, хорошо. Так, иди нахер тогда, давай берем это говно. Ёптель, он-то так долго будет, серьезно. Не, давай тогда... Я просто... Идея какая, что на телегу это можно все сгрузить, он просто тогда быстрее будет это все делать. Или как бы нету смысла быстрее или нет, да? Прикольно. Но она же хотя сказала, что типа... Не, иди нахер. А, она через телегу, мне кажется, сюда. Сейчас. Оп. Ёптель. Чуть не подобосрался. Короче, смотри, какая... смотри, короче, какая идея. Идея такая... Бляха, я... Это жесть, короче, на самом деле. Не-не-не-не. Да нет, я сказал... Как убрать? Я же F нажимаю. А, во, ай. Если на Q нажимать, то никакого толка не будет, правильно? Ну да, Q даже не работает. Ну, короче, я понял. Все, хорошо. Так, падает это говно. Окей. Телег... Ёптель. Извиняюсь, ребята, у меня... А, все, понял, подобрал и дошли. Извиняюсь, ребята, у меня тут собака что-то... Сбесилась.
Говорит, что за игра такая интересная? Расскажи мне, покажи. Хот-дог. А, она видимо, хот-дог увидела. Все логично. Так. Этой машине можно управлять. Можно ее только починить. Руку починили, все, понял. Так, угу, короче, я понял, все. Вот так вот. Ай-я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 й. Топа. Ну, камушки быстрее начали топать. Не топать, а падать, в смысле. Черт, я чуть не обосрался. Не очень бы хотелось сейчас просрать. Потому что мы начнем-то сначала, и это как бы, ну, типа, понимаешь сам, да? Сюда, по-моему, надо, да? Угу. Я сейчас не знаю, на, сильно ли действует это на... Так. А, вон он заряжает аккум. Все, понял. Все, погнали отсюда. А, по-моему, аккум, руку. И вроде все, по-моему. Но я могу ошибаться, на самом деле, поэтому... Да, ребят. Так, теперь смотрим за камушками. Камушки упали. А, это те камушки. Все понял. Мелкие камушки должны упасть, и тогда будет бум-бум. Так, ну вроде нормально пока идем. Я на самом деле зачем нажимаю Shift, что думая, что он быстрее пойдет на самом... Твою мать. Твою мать. Скорее всего, сейчас где-то здесь будет, нужно остановиться будет. Нет? Нет. Не угадал, смотри-ка. Так, теперь... F. А, E. Да, все, извиняюсь. E. Отлично. А это весело. Отличная машина. Вас восхищает такая креативная технология. И как я с вами тут оказалась? Как вылезть из тебя? А, все. Опять на Е нажимаем. Теперь можно выбраться из этого города, пока он окончательно не обрушился. Так, переходим в прошлое. А, и новый уровень, в принципе. Ну, логично. Что ж, мы почти у цели. В этих обломках есть живое существо, большое и опасное. Ёб твою мать! Чуть не обосрался. Это что, это с башни на военной базе? Я же в прошлом в него не попадать. Это какая-то временная аномалия? Ёптель. Чуть не обосрался. А, вот теперь все, да? Теперь все. Теперь нельзя мне, короче, сюда проходить. Так. Что здесь у нас? Так, впереди еще одна аномалия. Как же нам пройти мимо нее? Анализ показал, что в прошлом стоит тот же самый солдат. Если вывести его из зоны аномалии в прошлом, то, возможно, она исчезнет и в настоящем. Давай попробуем. А, мне нужно его убить в прошлом, короче, чтоб понял, да? А как мне его убить? А, вот так, смотри. Нет? Не знаю, давай поднимемся. Мне нужно его убить в прошлом, чтобы он исчез отсюда. А, машинку. Сейчас, стоп, вот так могу делать? О, могу.
Все, подрапал. А, все, исчез. Тихо. Так, спускаемся. И дальше, короче, проходим по... Да, все, 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 понял. Та-дам. Подожди. Тут я могу попасть в эту дверь и... И вот дальше могу. А, опа. Твою мать. Твою мать, не успел. Это ну, блин. Конец. Хотел убежать. Я, видишь, тупанул немножко. Там, короче, какой-то будильник, и можно зайти в эту комнату. Так, он уже исчез, правильно? Ой, стопэ, уберись! А ты можешь... А, я... А, я... они меня не увидят, если я спущусь? Они не слышат ничего, да? А, все нормально. Так, ща, подожди. А я могу взять это говно, нет? Типа тоже пушку на них направить. Не могу, подожди. А как это сделать? Так, давай тогда зайдем сюда. Какой-то ключ. Что за ключ? А, я запущу сейчас эту тачку, типа, да? Осторожнее. Поддержка ремонтной системы нестабильна. И они умрут, типа, или нет? А, все понял. А, подожди, дальше я не могу здесь пройти, да? Ага, все понял. Хорошо. Так, что там за будильник был? Это... Твою мать. Это настоящее, это будущее. В будущем их нету, да? Фу, я успел. Так, подожди. Я могу... Я не могу зайти в эту комнату, понял. Так, здесь нас убьет. Поэтому уходим отсюда. А дальше я не могу пройти. Твою мать, это кто так? А, будь осторожнее. Здесь я вообще не могу пройти, смотри. Не, он спит, не надо бегать. Я понял, да? Не, ну все в принципе линейно, но нужно допереть до некоторых фишек. Фишок. Потому что... Ну здесь завалы одни, короче. О, да ладно, СССР и Сталин, вы прикалываетесь, серьезно? А сколько времени до сигнала-то? Когда мне бежать-то? Успею я? Ну, вроде да, успеваю. А, вот эти вот чуваки, которые спят. Ага, понял. Почему спим на посту? Ну-ка, марш на улицу! 10 кругов трусцой, нет? 12! Не. Чего стоим? Сейчас всем взводом будете калашом бегать! А ну-ка, быстро до ангара и обратно! Раз, два! В смысле, а он даже не посмотрел, сколько времени, типа, просто наорал на них, да? Подожди, а мне там ничего не нужно убрать у полковника, нет? Ну, вроде нет. Ну, там у него какой-то сейф, но он, видишь, не горит точкой. Новый мир не перестает меня удивлять. И в этом нет ничего хорошего. Теперь, короче, мы можем спуститься вниз и пройти, короче, туда направо. Все, я понял. Так, и... А! Никто не идет. Какие странные черные корни. Напоминают мне ту тварь, которая упорно нас преследовала. Химический состав действительно схожий. А, ну, видимо, мне сюда. Нет, а куда мне? Подожди.
Нет, так они меня увидят. Этот меня увидит. Че я пропустил? Так, подожди, а что я пропустил-то? А я что-то пропустил. Оп, ушел. Так. Нет. А что я пропустил? Я ничего не пропускал. А! Вру! У него в сейфе, скорее всего, ключ от этой херни. Что-то я туплю. Я же вначале сказал, что у него, скорее всего, что-нибудь в сейфе валяется. А я тупанул. Блин, ну, как обычно, шмыга тупанул и... Их, понеслась. У него же, видишь, там сейф, но он почему-то... Подожди, может быть... А может быть не то я что-то делаю? Может быть мне нужно подождать этого полковника, когда он войдет и две... Блин, ладно, подожди. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну сейф реально не горит. Не, не горит. Его нажать нельзя даже. Нет. Значит не то, значит нужно ждать. А чего ждать? Непонятно. Ну непонятно же. Так, ну ладно, короче. Фигня вопрос. Может быть, у этих? А вот здесь? Сюда я не могу, да, уже пройти. Подожди, надо что-то в прошлом. Вот здесь точнее. Ой, не в прошлом, а в будущем. В будущем поискать. А в будущем ничего нету. Я мудак. А я смотрел комнату этого долбана? Или... Я забыл. Может быть, остался сейф этого долбана в прошлом. Он, блин, ну вот косяк. Ну тут ничего нету. Дальше я пройти не могу, правильно? Правильно. Так, сейчас. Сейчас. Ребят, мы, наверное, должны дойти до сейфа. И сейф-то будет сохранен, потому что все обрушилось. А сейф-то он-то советский сейф. Поэтому он должен... работать. В принципе, все логично, но нелогично. Ну, в смысле, ну, короче, ты понял, да? Не-не, сейф. Сейф, скорее всего, будет. Нет? Серьезно? Нет, а что мне надо делать тогда? О, понятно. Короче, непонятно, что делать, да, нужно, но... Блин, ладно, давай еще раз попытаемся в эту дырку про... Эй! В дверь еще раз может, постучаться надо, я хз, не знаю. А, может быть, слушай, может быть, нужно в прошлом, типа, постучаться, а не... Да я не в настоящем. Или как? Подожди, что я делал? Я забыл. Черные корни, ну и что, черные. А, вот. Мы прибыли. В этом здании хранится черный ящик. Ну что, давайте уже спасем этот мир. Мне нравится твой настрой. Аномалии становятся сложнее. Плохой знак? А что происходит? Это, короче, прикинь, это я в настоящем, а это я в прошлом, а там еще лезет это говно. Ёптель. Так, я могу открыть что-нибудь? Дверь. Повреждена, понял. Повреждена, так. Что у нас здесь? Серверная. Черный ящик должен быть там. Черный ящик где-то здесь, ага, все отлично. Чтобы достать черный ящик, нужно восстановить питание через эту схему. Нужно два проводника. Два? Почему два? Два нужно, да, в натуре. Два проводника надо искать, слышь? А, два проводника, скорее всего... скорее всего, в прошлом, короче. Стоп. Я в настоящем. А где этот песос этот ходит? Непонятно, да? Так, давай-ка опять прошлое мне. Булькой прошлое, пожалуйста. Оно то по диагонали, то типа настоящее. Ну, типа.
нужно быть осторожнее. Когда я в этой волне, меня могут заметить в прошлом. Да, вот это, конечно, подстава. О, ты кто? Неплохо, Карлов. Но вы... Отлично. Можете лучше. Один есть. Великовата задержка. Жду новый прототип к пятнице. Хорошо. Это профессор Морозов. Вы должны отдать черный ящик именно ему. Он знает, что делать с этой информацией. Он лучший ученый в мире. А еще он один из моих создателей. Не так я представлял себе знакомство с твоими родителями. Кажется, я начинаю понимать вашу грусть. Мой создатель останется мертв, если мы не передадим ему ящик. Твою мать? А я обогнал. Хорошо. Нужен ключ. Так, ключ. Чего я могу уйти-то? Закрыто. Открыто. Закрыто. Ключ. Отлично. Ключ нашли. Будем. Так. Сейф какой-то непонятный. Это кто-то... Сейчас он уйдет, подожди. Так, я вот в прошлом теперь, подожди. А! Твою мать! Вы мертвы. Ну ёб твою налево, ну как так-то, ну? Так, нет, мне не сюда, мне вот сюда, по-быстрому. Да ёпарный бабай. Это конец. Спасибо. Так, сейчас он уйдет. Стой, оп. Пол нахер. Да ёпарный карась, я забыл. О, опять, что нет. А, подожди, мне нужно... Я открыл дверь, значит, в этой сзади двери что-то должно находиться. А, да, я тупой, ёпти. Мне вообще туда не нужно было, наверх. Так. Мне наверх вообще, короче, не нужно было. Сюда в серверную и... Качество это говно. Так. Черт. Волна обнулила все мои действия. Придется собирать схему еще раз. Не так. Вот так. Твою мать, я не успел. Бесячее говно. Давай быстрей. Давай, проходи. Блин, слушай, смотри, волна-то, ну, короче, долго уходит. А, она все обнуляет, я понял. Так. И от третьего... Нет, не так. Нет, подожди, мне от первого нужно вот сюда, вот отсюда, вот, да, вот так. Да, все отлично. Так, черный ящик получен. Теперь мне нужно к этому пипесосу. А где он был? Я забыл уже. А, все? Я сразу так сделал, ничего себе. Так можно было? Ух ты ж, ёпта! Нет, только не оно.
Нет! Только не сейчас! Я не отдам фонарь! Прочь! Что-то пошло не так. Я не понимаю, что происходит. То есть, может быть, вообще нельзя пройти это? Не, вроде можно, вон он бежит куда-то. Куда он бежит? Непонятно, да? Давай, давай, давай! Я не смог. Я не смог спасти вас. Но это только пока. Я не остановлюсь. Никогда. Я не брошу вас, я вернусь, чего бы мне это ни стоило. Я пройду этот безумный путь еще тысячу раз, но я спасу вас. Я не остановлюсь, пока у меня все еще есть это великое возможно. Сигнатура живого человека найдена. В смысле? Это конец? Ага. Какие есть идеи у меня по поводу этого? Но я не знаю, это мы, в принципе, про космос мы тоже такое играли, такое специфическое, но не... Там было все-таки поинтереснее, немножко по геймплею, не 2D вот это, да, хождение. Но это тоже очень хорошая игра. Такая она немножко философская. Мне кажется, что... То есть каждый раз мы прилетаем, но L9 это может быть и инопланетянин этот. Который нам говорит, куда идти, а в конце все равно. То есть, не знаю, ребят, не знаю. Короче, ладно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока.